каждом регионе Приволжского федерального округа созданы рабочие группы по контролю за исполнением поручений президента России. 6 марта состоялось ее первое заседание, в работе которого принял участие главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров. Были рассмотрены вопросы предоставления муниципальными образованиями земельных участков многодетным семьям и возможности оказания иных мер государственной поддержки. В республике 8746 многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление участков. Общая потребность – 20,5 миллионов рублей. При этом в бюджете Чувашии до 2015 года предусмотрено около 8 миллионов. По итогам заседания рабочей группы предусмотрено направить членов совещательного органа в муниципальное образование для анализа ситуации на месте и выработки предложений по многовариантному решению государственной поддержки многодетных семей.